перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, всем привет. Давайте подождем, пока накопится побольшее количество людей, и тогда я скажу, что хотел, пока могу поотвечать на вопросы и все такое. Чует я. Всем привет! Салют! Еще раз повторюсь для тех, кто только что появился. Давайте подождем, пока побольше людей подключится, и тогда я скажу всю инфу, которую запланировал сделать. Я очень давно не вел трансляции и не знаю, сколько людей обычно сейчас их у меня смотрят. Пусть пока копится. Йоу, салют! Айра, привет. А пока можете позадавать мне вопросы, а я на них отвечу. Когда буду в Украине, пока что у меня нет военника, из-за этого нет загранника. Но я постараюсь приехать осенью следующего года. Я думаю, что должно получиться. Очень давно хочу вообще побывать в Киеве, ну и вообще в Украине в целом. Так что обязательно. Сейчас я у себя дома, в Подмосковье. Насчет Самары скажу. Скоро. Когда новый альбом? Ну смотри, я написал один альбом, уехал... Маленький тур, приехал, написал еще один альбом, уехал в большой тур. Я думаю, что все после концертов, после тура начну писать в ближайшее время. Ну, а дропнул к концу года, наверное. Салют всем. Концерт в Москве? Скажу попозже, бро. Давайте добьем, например, до 7 тысяч. Ну или чуть поменьше. С кем следующий фит? Пока даже не знаю. Может быть, с Яниксом. С Яниксом будет, да. Мы сделали с ним одну песню, но... По итогу, нам не очень понравилось, как она звучит. Мы хотим сделать что-то ебейше крутое, и поэтому мы сделаем это попозже, по-новому, и охуенно прям будет. Сок! Свэк, свэк, свэк. Почти 7, давайте добьем до 7, и я начну. Во сколько мне обошлись мои дреды? Да пиздец, на самом деле, дорого. 12к я отдал, чтобы меня изобрели. Блять, Артём, Рэмбо 222, ты сегодня хавал? Ну да, чё ты как мама, бро. Хавал. Насчёт Киева сказал, постараюсь приехать в следующем году, осенью, когда сделаю военник и загранник. Да, зачетно. Это не медведь, это скорее киска. Йо, все, я думаю, что мы можем, блять, хотя бы что-то дохуя копится. Давайте еще подождем.
Как дела? Да все, супер, все. Ну как? Лучше, чем было. В общем, сейчас я у себя дома. Поехали. Я, короче, все расскажу. Я проехал где-то 11 городов тура, и за это время я очень сильно поебал свои голосовые связки. Настолько сильно, что вызвал врача. Он оценил состояние моих связок и сказал, что я должен отменить все последующие свои концерты и срочно заняться лечением, типа, голоса, чтобы я окончательно не проебал связки и голос, в общем, чтобы я мог дальше выступать и писать песни охуенные, вот. И он сказал, что я должен все отменить, но мы не будем ничего отменять, мы лишь перенесем часть концертов, начиная вот с Новосибирска и заканчивая Воронежем, мы перенесем это все на следующий год, январь-март. Концерты состоятся, они просто перенесутся. За это время я похилюсь, сделаю восстановление, короче, голоса, и мы продолжим дальше весело ебать рэп-индустрию вместе с вами. Такие дела. Сейчас я могу назвать точно города, которые переносятся, я записал специально. Короче, поехали. Это Новосибирск, Барнаул, Омск, Челябинск, Уфа, Оренбург, Самара, Ульяновск, Чебоксары, Казань, Калининград, Саратов, Пенза, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Эти все концерты переносятся с октября-ноября на январь-март. А все остальное, начиная с 22 ноября до конца тура, все будет происходить в обычном, короче, режиме, как и было запланировано. То есть я беру немножко времени, чтобы вылечить голос. Я не хочу, короче, я бы мог, наверное, сделать там еще концертов 10, да, с таким голосом. Но я не хочу никого наебывать. Я хочу, чтобы все было качественно, охуенно. Как и, блядь, те города, которые я отъехал. Это было, отъездил, это было вообще кайф. Типа, я хочу, чтобы остальные концерты были такими же пиздатыми, поэтому я вылечу связки и поеду дальше ебать по стране. Так что так. И еще 17 февраля главклуб в Москве, концерт, но остались только VIP-билеты, поэтому мы сделали еще один концерт 30 марта в клубе «Стадиум». Так что теперь ты знаешь об этом. Приходи. Ну, мы там устроим прям пиздец шоу. Я хочу сделать что-нибудь такое, что еще, блядь, не делаю никогда. И что вообще никто не делал. Надеюсь, у меня получится сделать все на высшем уровне. И еще 19 февраля в Питере клуб А2. Там тоже будет концерт. Такие дела. Всю основную инфу вы можете смотреть в официальных встречах в своих городах. И все, это все, что я хотел сказать вам. Спасибо большое за внимание. Всем чуец. Увидимся. Надеюсь, вы все поняли. Увидимся на концертах. Ну и просто в интернете. Чуец.